Здорово, заебали. Думали все? А не, нихуя. Короче, нахожусь в Воронеже. Сейчас заехал к ребятам. Заказал новый кардан, потому что в Богучарах, где у меня стоит тачка, там что-то там карданчик не отвечает. Вот, ночью взял билет на поезд. Приехал в 10 утра. Вот, сразу поехал в гараж пацанам кардан собирать новый. Из двух, которых я заказал во Владивостоке. Гарик с Воронежа, мы с ним случайно познакомились в институте, подписались друг на друга, у нас все фамилии одинаковые. Вот, он отправил, он встретил вчера мои запчасти, спасибо, кстати, ему большое. Встретил мои запчасти, коробку, карданы, и карданы отвез на это, ну, там, доставкой доставил, пока я ехал с вокзала. В сервис он закинул карданы на сервак. Вот, я уже все вроде как промерили, по цене чуть больше, чем я думал, оказалось, потому что длины карданов не хватило, которые я заказал. По факту, короче, кардан, который я заказал от моей машины, от Тирана, и второй кардан от Nissan Atlas, от грузовика, их не хватило длины. Сейчас буду покупать от Газели, ну, у ребят, у них на месте, у них есть от Газели. Они мне продают свой. И тысяч за 15 это все вроде как сделаем. Вот, как-то так. Нахожусь, сижу на бетоне. Жду Гарика, сказал, сейчас за мной заедет. Вот, что-то башка побаливает. И как будто бы какого-то праздничного. По идее, должно быть праздничное настроение, потому что полтора месяца без машины, и как будто бы сегодня, возможно, все случится, но какого-то праздничного настроения нет. Просто есть осознание того, то, что нужно это закончить, и все. А нахуй. Это РДшная распорки, причем не распорка, а Рига. Блять, видно, нихуя, просто мразь. Все, турбо, хуюрбо, 154-я коробка. Блять, как надо все. Ну все, стоп. Вообще не надо. Стогреди, свинг, ну, мафан поменяли. Ну, короче, блять, кто поймет, тот поймет, а кто не поймет, что пошел вы, нахуй. Гоу-хард, все дела. Да. Салон полностью Алькантара, черный салон. Ну, да. Ебать денег. Ну, дорого, да. Ну, карта тоже черная, это же ебать стиль. Типа черный на черном салоне. Очень это прям. Весь черный салон. Ну да. Сзади тоже диван. Домокончик на своем месте. Четко. Да чё за сука? Иу! Нравится. Красивый город. Я в прошлый раз, когда был в Воронеже, я не успел. Ну, я там чуть погулял. Вот, но мы сейчас прокатились по городу с Гарри. Блин, а где машина? А, вон, тачка стоит, кстати. Иу! Здорово, заебал. Вот, прокатились по городу, и у них город разделен на рекой. Водохранилище, короче, ну это там искусственная речка или какая хрен его знает. И город разделен на две части, на левую и правую. То есть, типа центровая часть и как бы спальный район. Вот, но очень красиво. Вот там мост, вот он разделен вот так, чик. То есть мы находимся сейчас, по-моему, на левой стороне, а там правая условно. Вот, прикольно. Так, сейчас собираем, по-моему, эту четверку. Мотор, коробка здесь. Сегодня полдня мы катались на моржке. Моржок турбовый, очень красивый. Вот, на четверке сейчас поедем в Богучар. Повезем коробку. Это чё за лайба. Говорят, если потереть вот так, то плюс 5 лошадиных сил будет. Ну, блядь, да ну ты, блядь, серьезно. Я только хотел, блядь, море заснять и ебаный автобус поехал. Это да.
все, финальные штрихи. Все, минус одна проблема. Починили кардан, точнее сделали новый. Но этот вроде не должен сломаться. Но как оно будет, смотрите дальше. Так, короче, все, заправились на заправке. Коробка в коробке. Коробка в машине. О, коробка в коробке, только дверь не закрыл. Хуёво. Здесь как в гелике двери закрываются. На нахуй. На базу. Ну все. Погнали. Рачета. Прости, мой старый друг. Я должен разбудить тебя. Салам алейкум. Добрый вечер, ребята. Вы нас не ждали, а мы вернулись, блядь. Мы вернулись, ебаный в ротик. Колесо спустило? Да, колесо спустило. Серег, ты что на ней дрифтовал? Че у меня колесо спущено? Здорово, заебал. Ну чё? Настал тот час. Когда настанет тот миг, тот час, тот щедрый миг любви. Ничего, сейчас закатим. Заведем рачету. Так, старую коробку сняли, она у нас опять вот в таком состоянии. Новая коробка лежит. Уже была готова к установке, но когда мы сняли старую коробку и скинули старый бублик, тут, во-первых, поело корпус лобовины, или как это называется, поело, чуть стартер поело. Ну, вроде как бы Серега сказал, это ничего страшного. Самое страшное то, что это маховик, который лежит вон там, сейчас покажу его. Ебанутый, что ли? Я и так на одно ухо хуй слышу, блядь. Такое мы уже где-то видели. Мы так это, траверс подняли. Ну, траверсы-то еще, ебать. Вот, когда коробку выломало, его погнуло. Вот, запчастей здесь нет. Я уже расстроился, думал, опять заказывать нужно будет. Заказывать опять с Владивостока, потому что здесь запчастей нет, но вроде как бы нашел. Вот маховик гнутый, мы его пытались выпрямить, но это все порнуха. Заказал с Владивостока, с Краснодара. Оплатил пару часов назад, вечером на автобусе мне его передадут, утром завтра будет. Вот. А что будет завтра, угадайте. Короче, рулевая, демпфер рулевого карданчика ему тоже была пизда. Поменяли, полдня нахуй поставить не можем, хуету эту. Потом выебали болт просто против резьбы нахуй, захуярили, вот, заебись, держится нормально все, выхлоп, вот одна сторона даже есть. Потом, хуй с болтом. Бензошланг подачи, или это обратка бензина, хуй его знает, получилось сделать через резинку, тормозной,
Шланг нихуя не получилось, пытаемся завальцевать, но тут вот, вот тоже такая история происходит. А, бля, вот я и шаг ебаный, надо было перевернуть телефон. Перевернул телефон. Вот, 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 да, вот это все, блядь, нихуя не получается. Кстати, тут когда вырвало кардан, еще тут въебашило, еще тут въебашило. Второй раз. Ну и пока, остальное вроде пока норм.